Ситуацию в Горном власти назвали чрезвычайной. Без холодной воды люди здесь будут сидеть еще минимум 2 недели. За это время власти проблему обещают решить. Это сегодня заявили в департаменте городского хозяйства. Напомню, новости Прима рассказывали. В Горном, это недалеко от Удачного, более 200 домов лишились водоснабжения. Все из-за аварии. Порыв магистрали произошел под частным коттеджем. И коммунальщики не могут подобраться к сетям. Теперь единственное решение – вынести водопровод за пределы частной территории. Для этого деньги будут выделены из резервного фонда. Работы по устранению аварии будут выполнены в максимально короткие сроки, заверили в мэрии. До тех пор воду жителям будут подвозить Краском.